Сезонная палитра от института Pantone – отправная точка не только для дизайнеров одежды. В игру тонов и полутонов включены все профессии, связанные с цветом. 10 оттенков наступившего сезона мы обсуждаем с дизайнером ювелирной бижутерии Ольгой Трофимчук. Все эти тенденции – это отражение нашей действительности, реальности, и, соответственно, как бы их игнорировать сложно. И в то же время эти тенденции, они позволяют посмотреть на многие цвета с новой точки зрения. Что, например, как бы, если бы они не предлагались, что, может быть, этот цвет, он как бы остался в стороне, я бы с ним не работала. Оттенки, по сути, присутствуют все. Синий более глубокий и насыщенный, опять же, зелень ушла из-за откровенной зелени, она ушла в более сине-зеленую гамму, тенистая ель, то есть это такой плотный, очень красивый оттенок. Соответственно, это как бы вот некое новшество этого сезона. Масляный, нейтральный серый, балетная туфелька. Деликатные оттенки в меньшинстве. Плюс ко всему на подиумах сезонных показов царят тотал-луки цвета гренадин, морской пион и другие яркие идеи.